ляльки. Творческие и креативные мастера, профессионалы сцены, поклонники театра по достоинству оценили премьеру спектакля «Ляльки», работа над которым была завершена в начале 2015-го. Два гомельских автора, Юрий Вутта и Василий Ткачев, посвятили ее юбилею Великой Победы. Тема оказалась актуальной и весьма востребованной. Знаете, радует еще то, что, опять же, не там для красного словца или хвалить себя, но если помимо нашего хорошего профессионального Моцартского театра имени Мележа, этот спектакль уже ставится в 5 российских театрах. И вот мы там ждем тоже пример, где будет, значит, тема кого-то задела, в ней, видимо, что-то есть. «Ляльки» – спектакль о тех, кто вынес на своих хрупких плечах все невзгоды войны, о юных женщинах-матерях с глубоко символичными именами – вера, надежда и любовь. На их долю выпали нелегкие испытания, но молоденькие ляльки со своими детьми на руках выстояли ценой неимоверных усилий. Трагедию времени актерам и Мозырского драмтеатра удивительно точно удалось воплотить по чутким руководствам приезжего режиссера. История трех молодых девушек, которые увидели войну, увидели победу. Но в этот момент пришли от начала войны до победы, будучи уже молодыми мамами. И вот все эти коллизии, эти истории, что сделала с верой, с надеждой, с любовью, с ними ничего не должно быть делаться, это понятие вечное. Но через какие преграды, перипетии, через какие мытарства и издевательства, даже можно так сказать, пришлось пройти этим молодым девчонкам, которые потом стали мамами, сохранив в себе и веру, и надежду, и любовь. По словам режиссера, смотреть новый спектакль лучше подготовленному зрителю, тому, кто не просто знает историю не общими понятиями, а интересуется деталями, лицами, судьбами. Оккупация, период освобождения и вот этот временной отрезок, там очень много коллизий происходило и много всяких разных событий, в данном случае у нас пьес. Слом судеб, перечеркивание судеб, уничтожение судеб, предательство, любовь, измена. Все, как бы, вот такие эти понятия, они тоже здесь есть. Там по-особому заявлены и попытались мы раскрыть. Результат совместной работы Юрия Вутта и мозырских актеров был виден на лицо, а точнее на сцене. Высокий уровень театрального мастерства любимой труппы подчеркнули овации зрителей. Уже после спектакля те, кто проводит большую часть своего времени на сцене и зачастую проживает на ней не одну жизнь, принимали многочисленные поздравления. В том числе и с красивой датой – 25-летием творческой деятельности Мозырского драматического театра имени Мележа. Самый разный успех. Творческий, профессиональный, финансовый. Успех, популярность. Чтобы театр заявлял о себе, радовал не только мозырского удивительного зрителя, но и зрителя нашего мегаполиса, я имею в виду Гомель. Нам, вот моему театру гомельскому молодежному и мозырскому миру уже предстоит еще фестиваль, участие в фестивале. Вот они повезут этот спектакль в Москве. Поэтому удачи, творческого роста, финансовой составляющей, в разумных пределах и хороших деньгах. Екатерина Юрченко, Светлана Груцкович, Слав Пересыпкин, телеканал «Мозырь».